Мам, а можно Вальхейм на PlayStation? У нас есть Вальхейм на PlayStation. Э? Обалдеть! Гутен Морген. Хотя какой он гутен, если впереди около сотни часов гринда и 27 трофеев. Собственно, с них и начнем. Пройти обучение, во время которого вам не расскажут, как чинить оружие. Я вот не знал, что его можно ремонтировать, и выкидывал просто, когда оно ломалось. Боже, какой тупой. И первое, что вас встретит после запуска игры, это экран, в котором явно намекают. Слушай, ну ты пройди обучение, ну ты чё, ну мы тебе трофеи дадим. Судя по процентам которого, не каждый справляется. Или это журналисты обзоры на игру пилят. В общем, проснувшись в Мидгарде среди двух катанов. Данная кота-компания излагает, чё ваша тушка тут забыла. Затем направляет выполнять их поручения. Максимально простецкие. Я бы даже сказал... Чаще, еще раз сверху. Собрать ресов, скрафтить инструментарий, собрать еще, выковать меч. Опа, душки дают. Сразу о них. За собирательство, разбирательство, убивательство выдают местную валюту. Маловато будет! Но больше всего вы получаете с открытия сундуков в местных точках интереса, выполнению ивентов или победе над йотуном. Духоту можно потратить на постройку строений, улучшение селян, донат, дереву, чтобы то не откинулось, либо же торговцы, значок руны. На данном острове во всех локациях имеются заводилы, продающие вещи, соответствующие местности. Например, с ведьм в светлом лесу, зелененькая лока, можно выбить сферу, и больше нигде такую не достанешь. А колдуньи респавнятся не часто, чтобы заново фармить. Поэтому находим вендора в этом лесу, а у него как раз продается нужное, снова к обучению. Бревно откормлено. На часах виднеется ночной приход, суть проста. В темное время суток заваливаются всякие негодяи из Нильфхейма и топчут деревцы. За это им нужно давать по шапке, на протяжении всей ночи. Как только стукнет утро, снова возвращаемся к своим делам. Еще имеется вариация кровавой луны, из-за чего монстров становится больше как в количестве, так и в качестве. Поэтому во все кровавые луны желательно защищать базу от нелегалов. Хорошим бонусом после потной схватки становится отдых на один день, ибо монстры не хотят приходить на следующую ночь. Ну это уже шутки для студента. Самое время познакомиться с йотунцами. Громадины, те еще, но бояться их вообще не стоит поначалу. Неторопливые, имеют малый и медленный мувсет, что позволяет быстро определить тип следующей атаки. Всего таких ребят 4. Молния, тьма, лед, огонь. Против каждого имеется доминирующий элемент. Где молния сильнее тьмы, та в свою очередь бьет молнию, огонь, лед и наоборот, лед, огонь. Полезно знать перед тем, как идти бить морду тому или иному Годзиллычу, победив. Подсвечивается Биверс, местный телепорт домой. Только через него можно покинуть мир живым, тем самым заработав валютку, золотые рога. Служит вещица для покупки косметики со всякой всячиной из магазина, выбиванию рун из ящика, либо крафт особо опасных пушек и брони в забегах. Если же ваше дерево сломают, то приходит конец игры, а рожки не приходят, ведь такое только для победунов. Смылись, рога с ачивкой получены. Вот главное меню, важные фактики, персонализация. Внутри имеется выбор стартовых наборов, что включает в себя руну с парочкой вещей в самом начале забега. Вещи само собой разумеющиеся, а вот руны представляют из себя пассивные скиллы по типу увеличения урона от количества душ, дополнительные способности при комбо-атаке, сохранения вещей после погибели и так далее. Максимум 5 штук, но если играть за класс стража, можно открыть навык на содержание 6. Плавно смещаемся на классы, которых 8. Открывается за определенные действия, выполненные в игре. Я все время пользовался только двумя, воином да провидцем. Первый позволяет больше бить, но самое главное это перекат, во время которого по вам не проходит урон, прям как в Dark Souls. Провидец во время комбо создает круг, регенящий здоровье. Еще один навык позволяет ускорить атаку, но вот самый кайф это скилл для сопротивления внешнему воздействию. Возле мини-карты можно заметить температурный показатель. Он меняется в зависимости от биома. В мире Мидгарда имеются несколько тех самых биомов. Светлый лес, озерный край.
где всегда уютно и легко. Ледовые пики, пепельный пляж, там температура опускается намного ниже, что начинает убивать персонажа. Дымное Нагорье показывает обратный результат, там жара-жарень. Даже просто проживая дни, ваш сезон будет меняться. Поначалу всегда лето, за ним зима, во время которой холодрыга достигает всех локаций, кроме деревушки, поэтому класс провидца позволяет игнорировать всю эту мишуру, да просто наслаждаться игрой. Хотя, если проходить за другие специализации, есть возможность скрафтить зелья сопротивления для той или иной погодной ситуевины. Остальные же классы мною не трогались. Далее позырим на два игровых режима. Сага онлайн или соло, выживание онлайн соло. Разберемся с сагой. За ее прохождение в несколько забегов и больше вы точно получите все возможные трофеи в игре, кроме закалки викинга. Он сам подразумевает игру до сотого дня в режиме выживания. Кроме еще одного. Знаю, наверное, это мало кому понравится, но вам нужно будет воскресить игрока во время совместной игры. Вообще делается весьма легко, но займемся этим позже. Сейчас займемся сагой. Цель — сделать 10 ранов с завершением главного квеста. Это нужно для другого трофея. Первые пару забегов, например, 5, вы точно осилите такие трофеи. Создать обычное, необычное, редкое снаряжение. Добить всех йотунов с боссом саги и пройти главный квест. Начав соло-сагу, вас выкидывает около деревни. Важно заметить, что одиночный режим был выбран для того, чтобы добивать йотунов или босса саги именно своей атакой. В онлайне трофей достается тому, кто нанес финальный удар. Далее рассказываю все, что делал сам и что вам понадобится для прохождения саги минимум за 9 дней. Смотрим на миникарту. Там есть парочка ориентиров, говорящих о том, что это важная вещь и вам туда. Лагерь монстров. Бывают 3 уровней, в зависимости от размера костра, изображенного на карте. Чем больше, тем лучше награда. Самый большой костер всегда охраняет местный босс. Ведьма, тролль, побив которых выпадает древнее ядро. Очень важный фрагмент. В будущем понадобится 10 штук. Также данные недобоссы разбросаны по острову. Если встретите их, запоминайте местоположение или сразу валите, дабы забрать ядро. Другим ориентиром являются мосты, хотя они подъемы, но на карте похожи на мост. На этих переходах с определенной вероятностью спавнятся баррикады. Разрушать данную хренотень очень важно, с нее дропается приличная гора ресурсов. Вообще это ваша главная цель в первые 2 дня. Почему 2 дня? Потому что именно столько времени можно спокойно бегать, изучая мир, не боясь, что семя взорвут. Ищем подъемчики или спуски с баррикадами, плюс зачищаем лагеря, собирая души, сундуков и древние ядра с боссов. Во время изучения острова вы наткнетесь на святилище. Такой себе fast travel, активируйте и можете перемещаться между другими такими же святилищами. Одно есть прямо на базе, важный прикол. Возле всех торговцев, а также входах к боссу или убежищу имеется святилище, неплохой ориентир. Если там телепорт, возможно и что-то нужное рядом. Еще вокруг деревни, прям рядышком, находятся разные промышленные предприятия. Ферма, лесопилка, рудник. На их восстановление необходимо 600 душ, 12 досок, 9 обтесанных камней, 6 кованого железа. Для спидрана нужен только рудник. Для долгого прохождения еще и лесопилка. Предположим, в конце первого дня или середине второго вы уже сломали 4 баррикады. Параллельно зачистив пару лагерей, добыв 1500-2200 душ. Срочно находим святилище, чтобы потом можно было сюда вернуться, продолжив изучение. От него перемещаемся на базу. Улучшаем ремесленницу до 3 уровня у левых ворот в деревню. Это необходимо для крафта ресов к руднику. Закатываем разговор о создании. Промотав на последний пункт, находим доски, обтесанные камни, кованое железо. Надпись в сумке говорит о количестве данного объекта в вашем инвентаре. Может максимум не хватать 1-2 штук, поэтому докрафчиваем и летим восстанавливать рудник. Супер важная штука каждый день в определенное время будет приносить какое-то количество материалов для починки моста к боссу. Если души остались, обязательно прокачиваем кузнеца до 3-го, ибо он дает скрафтить топ-оружку. А на 5-м уровне появляется возможность выковать легендарное оружие для трофеев. Но для начала сделаем обычное, необычное, редкое оружие. Для дела был выбран меч Херсира. Первый уровень – железо, добыто с баррикад. Второй уровень – меч первого плюс шипы Декальфар выпадают со стандартных мобов Светлого леса. Третий уровень – меч второго, шипы вместе с маленькими костями. Эти уже падают с гоблинов.
находящихся на локациях Озерный край, Дымное Нагорье. Об остальных объектах, необходимых для крафта любых вещей, можно узнать в журнале. Если я что-то не упомянул, в будущем обращайтесь к нему. Вот трофеи за пушки. Пока далеко не убежали, чтобы отчинить ваше снаряжение, смотрим на карту нашего поселения. Ищем справа посередке сундук, он находится прямо под кузнецом. Там, напротив него, верстак для починки. Самое главное, сказал, поехали дальше. Под конец второго дня приходит оповещение. Йотун появился в Мидгарде. Его мы уже знаем. Этот чел будет долго идти с конца карты к вам. Примерно 1.5-2 дня. Затем при приближении к поселению появится сообщение «Йотун» около деревни. Ну и когда совсем дойдет, то «Йотун» в деревне. Из интересных приколов по данной челяди. Следующий йотун появляется только после победы над предыдущим. Интервал до спавна примерно 1-2 дня. Поэтому имеет смысл убивать громил только, когда они практически подойдут к деревне. А до этого просто ориентируйтесь по указателю на миникарте. Находим падлу, попутно снижая его здоровье до 1002. Чтобы потом, когда он окажется под воротами, его можно было спокойно и легко и быстро кокнуть. За победу над каждым из 4 вам дадут трофей. Поэтому держите наперед. Все такие жмыхи дропают ядра, души, куда же без них, фрагменты йотуна, важнейшая вещь, для спидрана одолеть придется хотя бы одного такого, частичку себя. С помощью этой частички можно выковать крутое снаряжение по типу легендарного клинка Сигун. Для него требуется частица Ангбоды, йотун, повелевающий тьмой. Также после каждой победы над клячами они будут становиться сильнее. Начиная с 8 или 9 йотуна, вашего здоровья и брони будет хватать на один удар. Последним, пожалуй, фактом будет баг. Не знаю, как точно его осуществить, но как-то я решил заблокировать проход следующему дурачку. Нашел место, где он спавнится. Застроил все там стенками, затем поставил 5 сосудов перед воротами, к которым он идет. Ну, он и застомпился у них, просто появившись там. Далее, свободно, можно было выживать в саге хоть до 100 дня. Помимо йотунцев, в мире происходят разного рода события. На миникарте они отображаются обширной желтой зоной. За их выполнение дают фрагменты событий. Опять-таки, нужно выполнить хотя бы одно такое для прохождения саги. И наконец-то возвращаемся к нему. Во время изучения острова вам может попасться высокая скала с желтым биомом. На миникарте очень легко отличить ее от обычного Дымного Нагорья по толстой линии, окружающей все. Обойдя данный объект, легкого входа не найдется, только через специальный проход в пещере. Это дело можно пропустить на крафте у ремесленницы лестниц, штук 5-8, и построив себе подъемчик на самый верх. Под самым концом игра не даст возможности поставить лестницу. Избежать этого можно, повертев в разные стороны постройку. Обязательно кончик постройки должен выходить за текстуру скалы, чтобы вы могли забраться на нее. Как только заберетесь внутрь, необходимо скорее скорого искать ближайшее святилище. Около одного из них будет находиться вход в убежище, которое представляет из себя типичный данж. 3 этажа с сундуком на каждом. Первый, в конце тянем рычаг, открывается дверь на нижний. Второй, ищем рычаг, затем саму дверь. Третий, босс. Полностью зачистив последний, вам откроется доступ к сундуку, в котором фрагмент убежища. Супер важно, поэтому придется сходить пострадать. А идти сюда лучше после кровавой луны, чтобы спокойно управиться за день. Либо купить фрагменты у торговца на пепельном берегу. Один стоит 1.5 душ, всего нужно 5. У разных торгашей имеются свои фрагменты, но покупать их нецелесообразно, решать вам. Еще не все с изучением острова. Слева под мини-картой у вас постоянно будет светиться нынешнее задание саги. Сначала собрать ресурсы, хотя по факту просто прожить 2 дня. Затем побить йотуна, и вот оно. То самое задание, починить мост, ведущий на ледовые пики. Само строение легко найти, просто следуйте дорожкам до краев острова. И рано или поздно окажетесь у моста. Да, к нему всегда ведет дорожка, а рядом имеется святилище. Еще одним ориентиром будет ледяная зона через воду. Для отстройки структуры придется потратить 2500 душ, 50 обтесанных камней, 30 кованых слитков железа, 10 древних ядер. На всякий случай напомню, ресурсы из рудника лежат в сундуке на базе, поэтому перед восстановлением убедитесь, что вам всего хватает, и вы все взяли с собой, ибо сундук это сундук, а не ваш инвентарь. За мостом выискиваем очередное святилище, рядом с которым логово Бесяки. А вот для активации входа необходимо закинуть следующие вещи.
Фрагмент Йотуна — за победу над ним. Фрагмент события — за выполнение ивента. Фрагмент убежища — за открытие сундука на последнем этаже. Фрагмент задания. Упс. Ой. А квесты берутся на доске, которая находится в деревне, прям у хилерши перед входом в главное здание. А давайте и о нем тоже. Внутри этой домины стоит сундук, с его помощью можно попробовать выбить хорошую руну. Ключевые слова «можно попробовать выбить», а дальше ничего хорошего. Ну и прямо перед входом в это помещение есть доска с восклицательным знаком. На ней висят разные задания с привязкой к локации. Читаем, выбираем, на карте показывается значок квеста. А там ждет персонаж, который расскажет, что к чему. Рядом со всеми такими ребятами есть святилище. Очередной ориентир. Поговорив, открываете карту, слева будет написано, что конкретно нужно, а то не всегда понятно. Например, притащить кирку с рудника. После его восстановления через день она должна капнуть в сундук. Но у вас все схвачено заранее, поэтому кирка пылится в ящике. Возвращаемся, отдаем, получаем фрагменты. Все, активировав логово, внутри которого спрятался Босярыч, одолеваем его, прилетают два трофея. За прохождение саги с победой над ее боссом. Напомню, просто. Во втором сезоне будет свой босс, другой квест и так далее, поэтому не стоит ориентироваться сейчас на задание саги. Со временем все изменится, но суть ачивки останется такой же. Выполнять все задания, указанные слева под миникартой, пока не окажетесь у босса, после победы над которым выдадут ачивку. Осталось только стать на Биверст, получить свои рога с первым прохождением. Спасибо, Алексус из прошлого. Вас приветствует чел из настоящего, в котором выпал на свет второй сезончик «Сиево чудо». Он посвящен мировому змею, тому самому, который был в God of War. Я тут чисто, чтобы рассказать небольшие изменения, которые особо не затронули трофеи, но будет полезно знать. Новая генерация мира. Теперь остров будет чем-то походить на архипелаг. Вокруг куча маленьких островков, до которых можно добраться на лодке или вплавь. Да, господи, спасибо, что вам понадобился всего один сезон, чтобы понять. А то Vice City стайл раньше мне не особо нравился. Лодки же строятся в новом сооружении под названием Верфь. Оно находится на Пепельном берегу и имеет несколько улучшений для постройки более мощных дракаров. Путешествовать на другие острова теперь имеет смысл, ибо там могут быть менялы. Это ребята, дающие души Заресы. Ну и куча всяких мелких изменений, которые можно посмотреть самому в почноуте или у какого-то ютубера. Ибо я рассказываю о ачивках, а не делаю полноценный гайд по игре. Теперь о главном. Новое задание саги. Старое, кстати, никуда не делось. Его все еще можно выполнить. За это дают внутриигровую ачивку. Собственно, первым делом вас попросят найти и восстановить верфь, а уже затем отыскать три маяка. Делать самому это очень сложно. Поэтому разрабы додумались и начали пихать карты, указывающие путь к этим маякам. Сундуки на Пепельном берегу. Зачищаем лагерь, вскрываем, свиток изучаем, на минимапу поглядаем. Знак змея обозначает маяк. Находим верфь, восстанавливаем и строим кораблик. Чтобы поставить его на воду, нужно переходить в режим строительства и размещать его в мире, как обычную стенку, например, только на воде. Затем приплываем на островок с маяком. Тут всегда есть святилище для телепортации, но самое главное — это огражденное со всех сторон строение, проход внутрь которого имеется только с одной стороны. Через ловушки. Дальше небольшой мини-босс файт, с помощью которого можно нафармить рун, поэтому не всегда спешите убивать главаря, который воскрешает всяких мобов. Надавав всем по лицу, зажигаем маяк. И остается повторить эту операцию еще два раза. После чего нам скажут отыскать логово. Чтобы не мучиться, можно все-таки пробежать убежище, в конце которого вам выпадет карта с геолокацией босс-арены. Ну а дальше просто тень, припарковавшись у берега. Активируем вход и все. Побеждаем на здоровье, трофейчик на здоровье забираем. На здоровье. А в остальном, если вас будет интересовать куда глубокое погружение в механики и саму игру, ищите всяких блогеров, которые вам расскажут за билды и new meta. А мы продолжим разбирать ачивки. Ах да, фишка с перезаходом даже тут работает, но об этом чуть позже, дальше по видео. Главное опять. Значит, здесь в меню прогресс есть пункт испытания. Там просматривается все, что выполнили, и что осталось доделать. По большей части вас интересует выполнение саги 10 раз, ибо за это дадут питомца, войдя в игру с которым придет трофей. Поэтому вернемся к ачивке спустя 9 удачных забегов. Теперь займемся единственной онлайн-ачивкой. Залетаем в онлайн-сагу. Договорим на английском. Can someone help me with the reviving player trophy?
Совершенно точно, кто-то найдется. Или просто дождитесь, пока падет один из игроков, затем воскресите. Ачивка. Снова соло, сага. Теперь помимо обычного прохождения главного квеста, будем выбивать такие трофеи. Воскресить селянина. Потратить 10 тысяч, 100 тысяч и 1 лям душ в Мидгарде. Построить сотню сооружений. Проходим все как обычно, но теперь копим души. Выжимаем максимально из каждого дня, зачищая лагеря. Ой, я умер! Не страшно. По крайней мере сейчас. В данный момент в игре можно сохранить все ваши души, даже если вы проиграли. Делается это следующим образом. Мир сохраняется только в начале дня. Или когда вы сами решите выйти и сохраниться. Вывод. Если на протяжении, например, второго дня вы погибли, потеряв все души, и еще не настал третий день, это вообще маловероятно осуществить, но я знаю, вы сможете. В общем, откинулись, например, вечером второго дня. Просто закрывайте игру и запускайте заново. Сохранение закинет вас на утро, души при вас. Ничего опять не страшно, а куда дальше идти, как действовать, вы знаете лучше. Этой фичей еще будем пользоваться в дальнейшем для реализации всех перечисленных трофеев. Новым заданием для вас будет отстроить лесопилку вместе с рудником. Материалы, где искать, уже знаем, поэтому чем раньше сделается, тем лучше. Завалив Фенрира и открыв его сундук, вам капнут душки. К концу саги, исследовав большую часть острова, да пооткрывав кучу сундуков на счету, должно скопиться больше 10 тысяч душ. А первый трофей именно об этом. Накопить 10 тысяч. Ловим! Все описанные действия дальше не дадут вам прям огромного преимущества для сокращения времени на получение трофея, связанного с душами. Но дадут стабильность. В принципе, за весь сезон вы точно успеете потратить миллион. Как всегда, решать вам. В чем суть? Как мы уже выяснили, закрыв или сохранив игру до окончания дня, мы получаем бесконечного персонажа с душами. То бишь, при перезаходе, после потери он их, все вернется во свояси. Из этого следует план. Накапливаем хотя бы 15к душ. Затем ищем менял, значок руки с мешком. Ребятки обменивают ваши накопленные ресурсы как раз на души. То, что нужно. Размениваем все, что есть. У меня вышло в итоге 30 тысяч. А затем с помощью святилища переносимся к торговцу. Выкупаем на все деньги фрагменты. У меня это составило 102 штуки. Лучше, кстати, закупаться в Светлом лесу или Болотной Локе, там фрагменты по 300 стоят. После чего опять к менялам. Теперь остается плюс-минус 4к. Их мы будем тратить на постройки. Нужно возвести все стены с башнями до первого уровня. Как раз для этого была нужна лесопилка. Что, в общем, дает 9 построек. Но так делал я. А потом оказалось, что постройками считаются и обычные сооружения, возводимые вашим персонажем, те, которые на L1. Узнал это, когда строил мост через реку, и мне пришло ачивку, поэтому можете спокойно накрафтить на все материалы у ремесленницы, лестниц, полов, стен и пойти застроить все к хренам собачьим. Ачивка за постройки на. Ну а по поводу душ, понятно уже. Повторяем один и тот же процесс. Менялы, ресурсы, торговцы, остаток в виде 4 или 3 тысяч можно слить в бревно. Таким образом, за один забег, занимающий около 3 минут, вы получите 34 тысячи потраченных душ. Всего вам понадобится около 30 забегов с таким количеством для выбивания миллиона, что в целом равняется часу с половиной по времени. Полторашка и достиженька наша. Последняя ачивка из этой пачки максимально простая. После перезахода в игру не улучшайте одного селянина, пускай будет на первом уровне. Дожидаемся ночи, оставляем все ворота открытыми, монстры полетят, ребятки начнут все защищать, и рано или поздно один такой свалится. Поднимаем, трофейчик получаем. Проще всего это сделать во время кровавой луны. Самая большая тварина может создавать вихрь, который быстро отправляет в Вальгаллу любого здешнего. На этом данная сага заканчивается. Новая основная цель. Получение питомца. Первый способ пройти сагу 10 раз. Вам уже осталось 8. Не забывайте. Пройти сагу — это именно завершить квест в левом углу экрана. Затем покинув мир по биверсту. А если вы думали, что убив Йотуна, открытый радужный мост для убегания означает пройденную сагу, очнитесь, это не так работает. Придется пострадать. Второй способ — купить питомца в магазине. Суперредкая хрень, скажу я вам, когда такого покупал, стоило мне 20 золотых рогов, что равняется 3 забегам по 6-7 дней и убийству 2 йотунов. Ну и третий способ — быть участником первого сезона. Таким дурачкам, как мне, выдали бесплатного дружка. А дальше просто заходим в персонализацию, аксессуары, значок лапы. I choose you. И стартуем новую сагу. Трофей есть. Поздравляю, вы прошли уже 10 раз сагу. Ну,
Это так, представили просто. Таким образом, познали игру, механики, мобов и так далее. Пришло время выживать на 100 дней, а также крафтить эпичное и легендарное снаряжение. Это максимально просто, если вы сами себе не захотите сделать челлендж. Переходим в меню «Другие режимы». Выбираем «Выживание», создаем ячейку мира и жмякаем «Новая игра». В совершенно нетрудных настройках копаемся. Тип мира закрытый, чтобы никто лишний не залез. Сразу скажу, как есть. У меня закрытый, ко мне не зайти, но на форумах можно поискать людей с 100-м днем выживания, добавиться в друзей и попроситься присоединиться к миру, чтобы выбить ачивку. Достаточно будет просто зайти в него, и трофей падет. Но мы разбираем случай, когда самостоятельное прохождение. Количество игроков на один. Размер карты большой, помогает заставить йотунов топать к вашей деревне намного дольше. Все следующее ставим на низко. Указатель йотунов оставляем как есть. После смерти теряем только души. С такими настройками спокойно проживете до дня номер 100. А также сагу 10 раз необходимо было пройти по важной причине. Да, это открытие класса провидец. Именно благодаря ему мы сможем спокойно исследовать весь остров в выживании. Хотя даже не саму сагу пройти нужно было, а просто улетать по Биверсту 10 раз. Еще одним фактом, перед началом будет определенное количество золотых рогов на вашем счету, а как минимум 20 и больше. Лучше, конечно, свериться с журналом, чтобы точно знать, какое количество для крафта легендарных броников с оружками нужно. Ну и на всякий случай для рун парочку захватите. Разбираемся с выживанием. Как всегда, первые дни потрачены на исследование карты и выбивание ресов для рудника, фермы, лесопилки. В этом забеге понадобятся все предприятия, иначе будет трудновато. И вот вам новая инфа по лагерям. После их зачистки, со вскрытием сундуков, возле значка на миникарте появляются часики, указывающие на кулдаун. То есть перезарядку, респаун сундуков. Это занимает ровно 10 дней, поэтому каждые 10 дней проверяйте миникарту, чтобы навестить старые лагеря. Переходим к важным вещам. Руны, йотуны, шмотки. Есть куча рун. Практически все мусорные, они выпадают с небольшой вероятностью со всех мобов на острове. Еще и из сундуков. Побегав пару дней, да изучив местность обширней, вы 100% что-нибудь найдете. Ну еще можно попытать удачу в главном зале. Далее максимальное имхо. Выживать 100 дней есть смысл только тогда, когда у вас есть одна или больше из этих рун. Усиление душами. За 10 тысяч душ в кармане будете получать практически плюс 500 дамага, что равняется пятерке дамага за каждую сотню душ. Но потеряв души, теряется и дамаг. А в выживании сохранение происходит постоянно, поэтому после смерти вы утрачиваете все навсегда. Так что баг или фича с перезаходом в игру не сработает. Лавхаком будет покупка зелья душ у торговца для хранения в сундуке, дабы в случае кончины спокойно восстановить хотя бы часть потерянных сил. Либо 1-2 руны нечего скрывать. Эта вещица подразумевает снятие всей брони. За каждый элемент, убранный с вашего тела, вы получаете 30 дамага. В общем, 150 за одну руну. Но теперь от йотуна вы будете отлетать еще быстрее. Последнее, наверное, гнев труд. 2-3 таких руны хватит, чтобы проносить хоть какой-то урон йотунам, начиная с 70-х дней. Самое время перейти к ним. Проблемой выживания не будет являться смерть, монстры и даже не ночь, а именно йотуны. С каждым днем их количество здоровья и уровень неутолимо растут. И вот уже на 71-м дне, например, к вам приходит дядька 300к жизней, который, несмотря на то, что вы в самой легендарной броне, будет сносить вам всю полоску хп за один удар, дабы давать хоть какой-то отпор этим чудикам. Придется играть аккуратно, отходить на определенный радиус перед атакой, заучивать мувсет. Важно понимать, что такое количество жизни они имеют только на низком показателе модификатора сложности. Поставите чет повыше и получите куда конкретней. Также не забываем о стихийной принадлежности каждого из йотунов, а именно ее противовес. Именно здесь в силу вступают пушки с разным элементальным уроном. И прикиньте, они тоже практически все сосут. Если вы не смогли найти себе руны на дамаг. Решил проходить своими силами. Придется скрафтить по одной легендарной оружке с каждой стихии. Хотя это нужно в любом случае. Буду их распределять по мере использования мной. Клинок Сигю. Тьма. Юзал как обычное оружие в любой ситуации. Даже против порождения тьмы. Хотя это сродни поеданию макарон с хлебом. Но если работает, то пускай будет. Имеет 3 обилки. Как и все легендарные пушки. Обычная выпускает 3 вихря. Средняя создает поле. Вообще не пользовался.
мощная, выпускает огромный заряд на протяжении нескольких секунд, нанося постоянный урон. За эту способность я его и полюбил. Просто посмотрите, сколько жизни он сносит под двумя рунами душ. Молот Муспельхейма. Огонь. Имеет крутую способность, напоминающую чем-то луч смерти из предыдущего. Огненный след зовется. Буквально, пол становится лавой, что наносит урон любому стоящему на нем. Клык Фенрира. Имеет просто много дамага без элементального урона. Клинок Бальдра. Электричество. Ну, давайте там, держитесь. Топор Форньота. Вообще не понял его смысла. Но опять-таки, если у вас нет рун на дамаг, то выбора особо нет. Благодаря превосходству того или иного элемента над другим, вы получаете повышенный damage. Даже если бить огненного типа этой ледышкой, урона будет больше, чем бить тьмой или светом. Но это мы считаем урон от обычных атак. Способности же могут вносить куда больше импакта и заряжаться быстрее, поэтому дальше решать только вам. Перейдем к повторному разбору забега. Первые дни ищем ресы, отстраиваем все промышленные зоны, улучшаем селян, выполняем ивенты или задания, чтобы побыстрее добыть душ. Как только в мире появится йотун, сразу же бежим в сторону указателя на миникарте. Это нужно для того, чтобы найти место спавна чудищ. Скорее всего, понадобится встретиться с несколькими ребятами, прежде чем вы найдете край карты, так как она большая. Но как только вы наткнетесь на громилу, сливайте его жизни до 1000, и пускай дальше идет себе. В этом режиме данная тактика сыграет важнейшую роль, ибо если забить и убивать просто без остановки, на 60-й, 50-й, 60-й, непонятно, день этот вот, к вам наведается та самая деталька из лего, которую хрен разберешь, поэтому выжимаем максимум. Пускай прям к воротам подходят, ломает их. Чем больше времени потянете, тем лучше, ибо жить вам 100 дней, а это примерно 17-20 йотунов для опиздюливаний. Параллельно не забываем собирать материалы для крафта легендарных пушек с броней. Где найти те или иные вещи, подскажет журнал. Разберем на примере клинка и доспеха. Для первого нужны, допустим, аметист, сфера декальфар. Заходим в журнал, находим камни, дающие аметист. Местоположение – пепельный пляж. Ступаем, лутаем. Сферы же выбиваются с ведьм в светлом лесу. Те, в свою очередь, обитают в самых мощных лагерях. Броня. Думается мне, что вы пока не прошли сезон, и возможности скрафтить доспех Фенрира нет. Поэтому сет Бальдра неплохо подойдет. Моток пряжи предоставит нам ферма. Золото. Можно найти и в убежище, или в сундуках Дымного Нагорья. Осколок, заколки, ярнсаксы. Выпадает с электрического йотуна. Все, броня готова, а так как это лего, то ловим трофей. План расписал. Дальше просто собирайте сундуки, копите души, отстраивайте башни лучников со стенами до максимального уровня. Ну, я придерживался всего, что описал выше. И спокойно за два наших дня выбил трофей. Какая подводка к времени удачная. Один день в мире Мидгарда длится для нас 10 минут реального времени. Поэтому, чтобы прожить 100 дней, вам понадобится 17 часов. Как только надоело играть в выживание, просто сохраняйтесь и выходите. Обязательно все сможете выбить, трудностей там нет никаких. А вот, собственно, день номер 100 достиженница наше здесь. Пришло время моей любимой рубрики. Я бы даже переименовал игру в Troubles of Grindgard. Ибо по-другому сезон не пройти, только жесточайший гринд. Во время него мы будем добывать следующие трофеи. Получить 2-й, 5-й, 10-й, 25-й, последний уровень сезона. Плашка. Вы все сидели и думали, ну когда же, уже расскажут об этих тупых уровнях сезона. Вот, говорю, эта параша та еще первая и главная. Сага сделана для прокачки сезона. Никакого выживания или чего-то другого, только сага. Поясняю почему. В то время как во всех новых режимах будет определенный модификатор опыта, например, 2. В саге он увеличивается с количеством прожитых дней, постоянно. Так, на 15-м дне саги вы получаете примерно 35-40 тысяч сезонов опыта, что равняется почти двум уровням. На 33-м дне вы уже получаете 117-120 тысяч опыта, а прошло чуть больше половины времени. 73-й день преподнесет вам 274 тысячи опыта, что является 12,5 уровнями. Но очередное. Темное время суток в режиме саги очень отличается от выживания. Начиная с 14 дня наступает трехлетняя ночь, и ваш геймплей превращается в постоянное отражение нападений на протяжении 5 или больше часов. А ведь в этот момент нужно еще и йотунов долбить.
Придется все заново объяснять. Раскладываю по полочкам. Важные руны для прохождения такие же, как и у выживания. Но я бы посоветовал добавить одну или две руны скорости нот. Увеличивает вашу мобильность в ночное время. Класс по желанию. Мне хватало и провиться, ибо во время зимы без зелья сопротивления холоду далеко не походишь. Начальные дни до первой кровавой луны. У вас уже должны быть отстроены рудник с лесопилкой. Тактика на великанов все та же, что и в выживании. Обежали весь остров, нашли место спавна, прилетаем, наваливаем до изнеможения, улетаем. После первой кровавой луны проходим сагу, чтобы выбить золотых рогов по окончанию забега. Во время гринда опыта вам уж точно понадобится ролить себе какие-то руны, хотя бы 2-3 раза, а это соответственно 3 или 6 золотых рогов на забег. Очередное мое никому не нужное мнение. Чтобы не потеть как псих, без руны усиления душами, не стоит даже пробовать выживать дальше 25 дня. Если вы сможете, конечно, туда добраться. Йотуны прокачиваются намного быстрее. Так ближе к 40-му дню у вас уже будет ходить 2,5-миллионный болванчик. Не представляю, как с этим справляться без рун на душе. Особенно, когда деревню постоянно атакуют. Кстати, о ней. До наступления Фимбулвинтера, это на 14-й день, по возможности нужно улучшить все, что можно улучшить в деревне. Лучники, врата, жители. Но будет один нюанс, который могут пофиксить, если уже не исправили. При открытых воротах поток монстров становится гораздо меньше, а точнее нормализируется. Но данный способ лучше всего работает в паре с большим дамагом, ибо если вы будете слишком долго долбиться на одной стороне, к вам зайдут в задницу. Плюс этого решения является целостность врат, ибо теперь вы сможете спокойно закрыть их в любой момент и улететь к появившемуся йотуну на выдачу или прием пиздюлей. Если погибли, то фича со смертью перед заходом тут работает, как мы помним. В итоге имеем простую страту. Бить негодяев, пока не заспавнится гигантелла, после чего закрывать ворота да отправляться давать в щи, поглядывая на деревню на случай уничтожения ворот. Вот сразу, трофей за максимальный уровень пропуска плюс плашка. Поздравляю! Как вы видите, я выбил все гребаные ачивки в этой дрочилке. А еще вы заметили, что я не упомянул про фарм ресурсов с помощью кирок и топоров. Ибо получаемая с них доходность крайне мала! И еще одно. Игра 100 раз поменяется. Это же только первый сезон. Поэтому еще увидимся, если я выживу. А если не выживу, то увидимся в аду. Выражаю огромную благодарность за поддержку наших видео таким людям, как RR. Пожалуйста, дружище, Зверобоба, наелся всласть.